Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и на продаже появился объект 907. Можете взять себе голую машину, а можете взять в составе набора. Что касается самой тачки. Машина очень хорошая, очень интересная, очень приятная и довольно результативная, но меня почему-то не тянет к ней. Она есть у меня на одном из аккаунтов, я купил ее себе на новогоднем аукционе дешевле, чем сейчас ее продают, и не могу сказать, что именно за этой тачкой я гоняюсь, поэтому отдавать за нее как 20 тысяч, так и 22 500 в снаряженном состоянии я на данный момент не готов. Был бы немножко побогаче, может, и купил бы, но опять-таки все зависит от того, какой геймплей вы ищете. Мне, допустим, очень нравятся тяжелые танки и ПТшки. Средние танки для меня что есть, что нет, за исключением нескольких машин, ну а легкие танки в принципе не для меня, ну не мое это. Что касается набора, довольно-таки неплохой набор, 7 контейнеров мистических вы получаете сразу, плюс есть приказ, выполнив который вы забираете еще 5 контейнеров, и в целом за 10 дней сделать 50 побед на объекте 907 не составит труда даже самому рукопопому танкисту. Что касается всего остального, анимированный аватар я в учет не беру, потому что он вообще стрёмный какой-то, да и плюс я не считаю аватары какой-то ценностью в нашей игре. Есть целых 50 сертификатов X5 на 907, и поверьте мне, на этой машине вы сможете их годно реализовать и существенно поднять свои копилки и элитный опыт экипажа. Есть еще легендарный внешний вид для данной тачки, и меня это радует. Мне не сильно нравятся наборы, когда к машине ложат какой-то универсальный камо, который подходит к любым машинам. Но нету какой-то индивидуальности. Вот, допустим, как с Т-34-3. Ну, в принципе, кого хочешь, можно встретить в таком внешнем виде. А вот 907-го в его легендарном внешнем виде вы сможете найти именно в исполнении 907-го, и никаких либо других машин в таком внешнем виде вы не найдете. Что касается открытого оборудования, то существенно, ребят, существенно сэкономите по серебру, потому что действительно на десятки покупать оборудку это дороговато. Что касается того, насколько машина играет. Мне, в принципе, нравится. Ну, на секунду отвлекусь. Вот вам, пожалуйста, голый набор за 20 тысяч. Но, правда, стоит отметить, что он не совсем прям голый. В него хотя бы положили открытое все оборудование. За что разработчикам отдельное спасибо. Потому что, опять-таки, когда выставляют машину прям совсем в голом состоянии в виде машины и слота в ангаре, ну, тут уже прям совсем голема. Здесь хоть что-то есть. Что касается самой тачки. Я купил себе эту машину дешевле, чем сейчас ее продают, и покупал ее на новогоднем аукционе. Причем, что самое интересное, что на новогоднем аукционе машина популярностью не пользовалась, как я помню. И это очень странно, потому что в целом машина играбельная. Если бы сейчас продавали машину по тому ценнику, за который я на новогоднем аукционе покупал, то я бы на основу ее себе приобрел. Распрощаться сейчас с двадцаткой я не готов на своем основном аккаунте, значит, пока еще немножко подожду, глядишь, когда-нибудь подешевеет. Абсолютно честный обзор на машину вы сможете найти у меня на канале, я обязательно положу ссылочки в описании к данному видео, плюс к тому будут всплывать ссылки вот здесь сверху. Поверьте мне, эти видео дадут вам полный объем информации, необходимый для принятия взвешенного решения. Там есть зацен по броне, там есть сравнение с другими тачками на уровне, и там вы посмотрите как минимум 5-6 дополнительных каток, если захотите, для того, чтобы понять, что это за машина в целом. Что касается по орудию, то в целом довольно-таки неплохо, 3,3 секунды время сведения. Разброс вообще просто божественный. Урон обалденный. 3355 с оборудованием и амуницией. Для десятки это действительно очень клево. И все это благодаря тому, что крайне бодрое время перезарядки в 5,5 секунд. 310 единиц альфы. Да, пускай не 350, не 360. Но все же, ребят, с таким ДПМом жить в бою можно. И можно жить довольно качественно. 245 пробития. В целом достаточно, чтобы отыгрывать даже против тяжей. Ну и плюс к тому, пускай не сильный бодрый минус 7 вниз, но в целом играется неплохо. Порой, безусловно, не хватает, врать не буду, машина не прям идеальная, в ней обязательно что-то должно быть да не так. Что касается всего остального, давайте будем заценивать непосредственно в самой катке, куда в принципе и отправляемся, а там уже все и будем обсуждать. Ну что, друзья, поехали, попытаемся машину заценить, хотя, как я уже сказал, ссылочки на абсолютно честные обзоры будут в описании к данному видео и обязательно будут всплывать в пределах данного видео в правом верхнем углу, поэтому не поленитесь, зайдите, посмотрите. Единственное, что не совсем я понял, почему меня никто не поддержал. У нас как бы был еще один средний танк, почему он вместе со всеми поехал, тем более М60, который помог бы мне, в принципе... На горке, ну ладно, окей, раз команда так приняла решение, давайте поедем вместе со всеми. По подвижности машина очень приятная, очень комфортная, очень удобная, и вот то, чего я боялся, к нам заходят с кормы. К нам уже прилетели, ну а мы здесь сейчас все столпимся и будем весело отстаиваться.
не хочу самостоятельно принимать удар от соперников, которые сейчас подъедут. Поехали дальше. Благо машина позволяет качественно передвигаться хоть по всей карте, абсолютно не задумываясь, успеешь ли ты куда-нибудь. На данном аппарате успеешь однозначно. Что касается точности. Показал бы вам сейчас точность, если бы не вот этот товарищ, который в наглую перекрыл мне обзор. В итоге все начало боя, я в принципе как болван катаюсь по карте, при этом не могу никуда нормально приткнуться для того, чтобы начать отстреливать. А отстреливать, ребят, мы будем довольно-таки добротным орудием, которое обладает крайне комфортным временем перезарядки в 5,5 секунд. Это орудие обладает очень хорошим временем сведения, я бы сказал, удобным. Пускай не идеальным, есть машины, которые выдают и получше, но все равно прицепиться не к чему. Плюс к тому, ребят, это орудие является очень точным орудием не только на своем уровне, а в целом в игре. Вы действительно практически постоянно будете попадать, ну, чуть ли не белки в глаз. Практически постоянно снаряды будут прилетать именно в центр вашего прицела. Так, давайте попытаемся помочь Хевику выжить. Я, правда, не знаю, получится у нас это или нет. Нет, не получилось, а мне уже заехали в корму, и мы остались в меньшинстве. Короче, приятного мало, ну давайте будем бороться до последнего. В конце концов, мы зашли сюда машину заценивать, а не поднимать орудие вверх и сваливать позорно из боя куда-нибудь подальше. Ну а вот теперь, ребят, давайте попытаемся не то чтобы зарешать, я больше чем уверен, что зарешать у меня не получится, но по крайней мере попытаемся свалить. И, возможно, накинуть какого-то дополнительного урона хоть как-то. Ай, блин, упоролся. Психанул, упоролся, вопросов нет. Ну все. Перенервничал ГСН. Бывает и такое. Мог сейчас сделать еще один выстрел. Но в любом случае, ребят, смотрите, слились явно не из-за нас. Сделали два фрага, смогли какого-никакого урона набросать. И сейчас заценим полученные результаты и едем в следующую катку. Просто потому что я знаю, что 907 это машина, которая может реально побеждать. И как вы видите, 2800 единиц урона, 2 фрага. При этом, ребят, что касается нашего фарма, то это не фармер. Будьте готовы к тому, что серебро горами вы вывозить явно не будете. Даже с прем-аккаунтом 23 200 за этот проигрыш. Ну а что касается нашей результативности, то, ребят, обратите внимание, жесткое второе место, и я больше чем уверен, что шансы победить, в принципе, были. Просто так бой сложился, быстро наших разобрали, ну и, к сожалению, победы мы не получили. Ну что, поехали еще в одну катку, машина-то все-таки интересная. Следующий бой и следующий шанс показать себя, ну а точнее, наверное, показать 907-го таким, какой он есть на самом деле. Согласитесь, даже если вы проиграли, но при этом вы получили удовольствие, если при этом вы накидали 2800 единиц урона, пускай не потолочное значение, но в целом довольно-таки неплохое, то машина уже, в принципе, не может считаться негодной. И когда я на других каналах слышу от авторов по поводу того, что эта машина вообще недостойна никакого внимания и что необходимо остановить свой выбор обязательно на эмочке или обязательно надо выбрать себе... Да стой ты, блин, Т-22СР, то, ребят, ну не слушайте никого, эта машина действительно неплохая, она действительно много чего может, это действительно машина для тех, кто любит довольно неплохой быстрый геймплей, я имею в виду играть как на ЛТХе, при этом обладая какой-никакой, а все-таки броней. Причем это не то чтобы прям совсем никакая броня, эта броня позволяет держать удар башни, эта броня позволяет порой получать рандомные рикошеты от верхнего бронелиста. Да, нижний бронелист будут абсолютно спокойно пробивать, и это факт. Но, ребят, у нас нет ультимативных машин, и если вы имеете возможность поиграть на СТ-хе, как на ЛТ-хе, причем накидывая урон именно СТ, то, по-моему, довольно-таки неплохо. Так, ну что? Где там, кто там? Появится хотя бы чуть-чуть, хотя бы кусочек, и тогда я смогу в него попасть однозначно. Ладно, хоть краску поцарапаем, хоть какого-то урона нанесем. Не можете пробить, лучше киньте фугас, чтобы хоть что-нибудь сделать, чем просто пытаться дальше выцеливать уязвимые зоны. Так, смерчик, ты на перезарядке.
Галимы не хватило, чтобы его добрать. Ну ладно, не суть важно, не суть страшно. Ребят, прикройте. Неплохо отыгрывает команда, кстати, ребят, мне очень нравится. Ребята вот как-то сплоченно действуют, и это очень приятно. Пять с половиной секунд делают свое дело. Действительно, можешь перезаряжаться очень быстро и довольно часто откидывать в соперников урон. Единственное, что бывают какие-то там рандомные непробития. То есть, если бы здесь по пробитиям было бы немножко повеселее все-таки дело, то тогда все 100% снарядов, пользуясь всеми плюсами данного орудия, прилетали бы четко в цель с нанесением урона. Ну, а так получается, не всегда все снаряды пробивают, но в целом, даже при этих всех показателях, машина действительно результативная. Ну вот как ни крути, ну вот что ни рассказывай. Мне лично очень сильно нравится. И вот сейчас, играя вторую катку на данной машине, ребят, несмотря на то, что меня два раза уже слили, но в этот раз у нас, даст бог, будет победа, я все больше и больше задумываюсь, а не передумать ли мне и не купить ли себе все-таки данный аппарат. Хотя, с другой стороны, я бы себе хотел Каро 45Т. Тяжелая машина в освоении, но в то же время довольно результативная. Ну что, смотрим на результаты по второму бою. Здесь у нас победа. Победа в любом случае, благодаря нам в том числе, потому что урона мы, я больше чем уверен, набросали достаточное количество. По крайней мере, не посрамились. 3190 единиц. Да, мы никого не вынесли в ангар. Мы при этом всем получаем, я бы сказал, худосочненький фарм в 52,5 тысячи. Это действительно не фармер, повторюсь еще раз. Но масса удовольствия, масса фана, ну и масса позитивных эмоций. Опять второе место в команде по урону, только уже в победном бою. Обязательно похвалим наших ребят, которые заняли верхотуру по урону. То же самое сделаем сейчас обязательно с теми ребятами, которые играли против нас. Они действительно большие молодцы. Они достойно сражались и достойны нашего уважения. Вот такой вот он, объект 907. Это машина, за которую я не буду прямо агитировать. Это, в конце концов, не лев за 5,5 в жирном наборе. Но все же, ребят, здесь есть о чем задуматься. Машина, как я уже говорил, довольно-таки классная, довольно интересная и довольно-таки фановая. А мне кажется, это самое главное. Я побежал снимать для вас следующее видео. А еще сегодня вечером жду вас на прямую трансляцию. Ну а вам, друзья, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока.